Здравствуйте, вы попали на обзор на, получается, должность капитана. Я шеф полиции, как ты уже понял. СФ. Сейчас буду задавать некие вопросы, на которые ты должен отвечать. Так, давай начнем. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? И где ты живешь? И какой поезд? Часовой. Артём, 18, московский. Что ты будешь делать на должности капитана? Ну, я думаю заниматься в академии, ну, или помогать, по крайней мере, там, патрулировать. Так. А что такое 1055? Трафик стоп обычный. Как он проводится? Ну, для начала фиксация нарушения. Ну, желательно через РАПС. Потом предупреждение в мегафон. Если человек не останавливается после трех предупреждений, то можно открывать огонь, но не всегда, если там за городом, допустим. И при разрешении супервайзера или красного офицера. Далее, если он остановился, то ставим машину определенным образом. Выходит напарник, который не за рулем, там представляется, называет причину остановки. Ну и дальше либо штраф выписывается, либо уже арест. Смотри, ты стоишь в департаменте. Получается, в своем департаменте в полиции, сэр, да? Залетают 15 человек в масках, оружие, бронежилеты, все при них. Вот. И они тебя начинают похищать. Твои действия. Ну. Вообще написать репорт для начала. Типа, если они в ЗЗ начинают похищать. А так, если в репорт никто не отвечает, то форпсить и РП отыгрывать. Что означает тенкод 1060? 1060? А, информация об автомобиле. 10.57, Виктор. Трафик стоп повышенного риска. 10.57, Виктор. А, информация... Ну, короче, когда трафик стоп делаешь, информация в машине. Кого вроде делаешь? Трафик стоп, короче. Трафик стоп с автомобилем. 10.57, Виктор, это получается фикстоп, да? Ну, информация об автомобиле. Да? Ты уверен в своем ответе или нет? Сейчас я подумаю. Ну, короче, погоня за автомобилем, можно так сказать. Включая информацию об автомобиле. Хорошо. В ЗЗ от скольки людей можно похищать? Ну, от скольки? Повторить вопрос? Не. Ну, я так думаю, не знаю, 10.
смотри. Что такое ордер и кем он выписывается? Ордер выписывается ФБР, насколько я знаю. Что такое вообще ордер? Что он из себя представляет? Ну, я знаю, как его получают. Типа, происходит расследование, там, вкладываются улики, там, дело, а потом же выдается ордер. Если там директор увидел, что действительно есть нарушение, то выдается ордер. Для чего? Как отыгрывается слэшми? Ну, не как вот именно по-правильному, как она отыгрывает у нас на сервере. В настоящем времени. Слэшду? Действие третьего лица. С большой буквы, с точкой в конце. Слэш-трай, для чего вообще эта команда создана? Для... Ну, когда какое-то действие выполняешь, которое имеет какую-то вероятность невыполнения. Я его не использую. Что такое маркировка Адам? Парный патруль. Мэри. Патруль на мотоцикле. Линкольн. Одиночный патруль. Айр. Патруль на вертолете. Кинг. Патруль супервайзера. Кинг? Ну, Кинг это вроде супервайзер. Смотри, какая ситуация? Ты, получается, захотел куда-то отойти, да? И ты не уверен, то, что ты именно придешь. Ну, ты вот человека, ну, перца своего в ФК ставишь, да? Сейчас, ладно, сек, подожди. Подожди секунду. Сейчас хорошо посмотрю. Вот, смотри, ты, получается, куда-то тебя там родители или еще что-то зовут, сделать что-то. Вот. Ты не хочешь выходить из игры, но ты не уверен, что ты придешь до 10 минут. Получается, ты можешь больше 600 секунд простоять. Что ты вообще сделаешь для этого? Не, ну так бы я офнулся, но если ты сказал не офаться, то не знаю, форму сниму. Я тебе ничего не говорю. Ты, ну, я говорю, ты не хочешь офаться сам, но и ты не уверен, что это, ну, меньше 600 секунд простоишь пока. Не, ну так бы я офнулся, но вообще можно снять форму. Все, понял. Сейчас на тебя АБ закину, подожди. Кинь мне статистику.